Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним задание на смекалку на странице 35. К какому числу прибавили 1, если получили 5? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте подумаем. Если мы прибавим к 1 1, у нас получится 2. К 2 1, у нас получится 3. К 3 прибавим 1, получится 4. К 4 прибавим 1, получится 5. Значит, к числу 4 прибавили 1, чтобы получилось 5. Какое число меньше, 5 или 3? Число 3 меньше, чем 5. Какое число меньше, 4 или 5? Число 4 меньше, чем число 5. Верны ли записи, составленные по схемам? Давайте посмотрим на первую схему. Здесь мы видим 4 квадрата и 1 квадрат зачеркнули. 4 без 1 получили 1, 2, 3. 4 вычесть 1 получится 3. Верно. Запись. Посмотрим дальше на треугольники. 3 желтых треугольника, да еще 2 синих треугольника. Всего получится 1, 2, 3, 4, 5. 3 плюс 2 равно 5. Эта запись тоже выполнена верно. Значит, мы можем сказать, что записи, составленные по схемам, верны. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.